Володя, маленький перерывчик. Я бы хотел все-таки сегодня задать пару вопросов вот этой Давай, милой так, даме. нормально, все по теме, Да, да, да. Мария Владимировна, привет. Привет, Машутка. Да. Не, пускай запомнит мое обращение. Но клевое. В субботу ты произвела фурор, да. На Ютубе просмотры подходят к первой сотне. Видишь, как я сказал, всего лишь первой сотни, да. Более почти к 3000 ты подходишь просмотров на сайте Одноклассники, да. Вконтакте даже не смотрел, сказать тебе честно, что-то уже неинтересно, да, мне основные параметры, да, взглядов. Ну, плюс ко всему у нас более сотни лайков и масса-масса комментариев от твоих поклонников. Скажи мне, пожалуйста, как ощущение от исполненного, а? И радости за то, что ты сотворила что-то шедевральное, то есть шедевр. М? Хочется работать дальше. Замечательное желание, ты знаешь. Скажем так, определенно этим и стоит заниматься. Но исполнила ты в действительности, Маш, очень хорошо. Все люди, с кем я разговаривал по поводу твоего выступления субботнишнего, выразили свое мнение, что это другая Маша. Это видоизмененная Маша. Если взять компьютерную игру, это Маша 10 уровня. Да, то есть подача совершенно-совершенно другая. Ну, я как отец могу сказать, что это не без моего старания. Я давно к этому все подвожу, стремлюсь, где грубо, где тонко. Понял, Маша, что вас, женщин, как и нас, мужиков, брать только тонкостями. Нахапами, насколько мне получится. Это замечательно. Маш, что дальше у нас в планах? Какая песня? 2 сентября, Вера. Кусочек исполнить. Буквально куплет. К северу, к северу едет поезд ночной. Из глубинки в Москву спит проводник. Спят хмельные соседи, я все уснуть не могу. Тускло горят фонари у дороги, где-то вдали завывает гудок. Вот уже стало светать понемногу, пасмурный будет денек. Браво, браво, браво. Молодец. Да, бесспорно. Молодец. Маша, вторая ступень 10 уровня, Маша. Ты без минуса сделала куплет. Супер. Да. Манюнчик, дерзай. И нас ждет успех. А школьные каникулы уже не за горами. И чем детишек вам занять, решают папы с мамами. Как от компьютера отвлечь, побегали, чтоб и поиграли. Решение есть, пейнтбольный клуб «Наш снайпер». Вы их поиграть к нам приводите. Все снаряжение в комплекте есть для каждого. Бронежилет нательный, форма, маски. Ведь сами помним, как играли мы войнушки. Такому отдыху детишки будут рады.